как получить направление на зачисление в детский сад. Что такое электронное направление? Что делать с электронным направлением? Электронное направление – это СМС-сообщение, которое приходит на мобильный телефон родителя, указанный ранее в заявлении. Электронное направление не нужно печатать или показывать в дошкольной организации. Оно носит исключительно информационный характер и подтверждает, что направление было успешно выдано. Как детский сад узнает, что у меня есть направление? Детский сад самостоятельно по ИИН найдет ваше электронное направление в своей информационной системе. Для получения направления вам нужно: первое, открыть сайт indigo24.kz. Второе, выбрать команду «Получить направление». Третье, указать ИИН ребенка и выбрать язык воспитания в детском саду, нажать на кнопку «Поиск свободных мест». Четвертое, система покажет все детские сады, в которых есть группы, подходящие вашему ребенку под возрастную категорию ребенка. Пятое, изучите список свободных мест, выберите детский сад и группу для зачисления. Шестое. Нажмите кнопку «Получить направление». Откроется страница получения направления. Седьмое. В блоке «Выбранное место» отобразится информация о дошкольном учреждении, которое вы выбрали. Убедитесь, что все верно. Восьмое. В поле «Телефон», указанный в заявлении, вам необходимо ввести номер телефона, который вы вводили при подаче заявления. Обратите внимание на то, что у вас должен быть доступ к этому номеру телефона. На него будет выслано СМС-сообщение с информацией о направлении. Внимание! Система выделяет 10 минут на получение электронного направления. В течение этого времени система гарантированно будет держать бронь на выбранное место за вами. Если в течение 10 минут вы не успеете получить направление, бронь будет снята и место станет доступно всем желающим. Девятое. Если все сделано верно, на указанный в заявлении номер телефона придет уведомление о получении вами электронного направления. Десятое. Срок действия направления ограничен и составляет всего 5 рабочих дней. За этот период вам необходимо физически появиться в дошкольной организации, предоставить подтверждающие документы на ребенка и зарегистрировать путевку в детском саду.